Министерством внутренних дел совместно с акиматами созданы специальные группы сил и средств аварийно-спасательных подразделений. Задействовано 12 тысяч сотрудников органов внутренних дел, около 2 тысяч единиц техники, 300 единиц плавсредств и 13 вертолетов. В южных регионах страны создан резерв спасательных подразделений численностью более 2000 человек. Они также обеспечены необходимым оборудованием. Приведена в готовность техника, в том числе авиационная, разработаны маршруты выдвижения для оперативной переброски спасателей. Воинские части гражданской обороны дооснащены техникой, инструментами, готовы к участию в спасательных операциях. Повсеместно проверена функционирование системы оповещения гражданской защиты. Дополнительно в паводковый период для оповещения населения планируется задействовать более 1000 патрульных машин местной полиции.